Ну что ж, друзья, всем доброго времени суток, всем доброй ночи. Немножко сегодня задержались матчи Южной Америки, какие-то проблемы в расписании, поэтому встречи пройдут параллельно на русскоязычном стриме, то есть здесь SG Esports против Team TAC, которые Use Fury назывались еще буквально вчера, на англоязычной трансляции. Соответственно, если вам интересен матч, там у нас, получается, будет Infamous против Midas Club. Вот, так что можете, в принципе, если хотите, и мультитвич подключать, хотя будет не так просто одновременно две трансляции на разных языках вам смотреть. Ну, да ничего, в любом случае здесь карта намечается достаточно интересная, а прокомментирует это Best of 3 матч для вас Александр Ланигера Потапов. Всем привет, надеюсь, что не заснем. Ну и погнали в стадию драфта первой карты. Скажу сразу, что это у нас получается 1/4 финалов нижней сетки. То есть оба коллектива уже в нижнюю сетку вот спустились. SG Esports сначала обыграли Infamous Young, потом проиграли команде Lucini Gaming. Соответственно, Youth Fury, они проиграли DCSA и уже в нижней сетке выиграли у Mad Kings. Ну и вновь будут бороться за выживание. Посмотрим, что интересного они смогут нам здесь показать. Ну и давайте в драфт переходить. Баны от команды Сил Света, они же SG Esports. Ну и в банах у нас такие персонажи, как Earthshaker, Apparition, Nyx и Кунга. Team TAC, в свою очередь, решают избавиться от Виномансера, Братрума, Энигмы и Дазла. Вот немножко необычные у нас баны. Хотя, по-моему, Энигму показывали у нас уже на южноамериканских квалификациях. Возможно, вполне, что и SG Esports. Но здесь я ручаться за это дело не могу. Ну и по пикам давайте тоже пройдемся. Necrofs Nightstalker для SG и Nature's Prophet Leech против у команды Team TAC. Вот такие вот интересные пики. Мы сразу можем понимать, что и Nightstalker, и Nature's Prophet — это персонажи, которые очень мобильные. Очень мобильные, могут в любой момент оказаться черти пойми где и дело там сделать. Противных для противника, как бы это странно ни звучало. Ну да, ладно. Соответственно, ганг потенциал у Nightstalker имеется, ганг потенциал есть у Фуриона. SG забирают себе в качестве саппорта пятой позиции Джикироса. А Некрофос, я так понимаю, что будет обитать, возможно, даже на позиции фармящего персонажа. Мы это видели через какой-то Radiance, вполне может пойти, потому что... Ну, тут не так много вариантов остается. Хотя Некрофос достаточно многогранный герой и может позволить себе стоять на всех трех линиях в качестве кор-персонажа, что кэрри, что мидером быть, да и в хардлейн тоже пойти при какой-то помощи от Джигероса или перетяжках от Найтсталкера. Так что в этом плане, в принципе, все что угодно пока SG могут делать дальше со своим пиком, добирая себе практически любых персонажей. А что касается Team TAC, то здесь, наверное, хорошо бы взять себе каких-то ребят, которые бы отвлекали от Фуриона. То есть это будет стандартная, ну, возможно, я так предполагаю, что будет стандартная игра 1+4, где Фурион постоянно будет где-то сплитить, а 4 других персонажа жестко агрессировать на других линиях, чтобы отвлекались именно на них, а Фурион спокойненько действовал по всей карте и делал, что хотел. Если это получится сделать, то тем так эту игру будут себе забирать. Ну, пока мы видим Сент-Кинга. Сент-Кинга, который тоже за счет каустика в финале может неплохо толкать линии, который и в драках полезен, и с личом, в принципе, может куда-то в ганге выходить. Лич там дает замедление, подкоп от Сент-Кинга, и там уже можно делать фраг. Опять же, в любой момент, если вдруг как-то немножко не будет хватать урона, то возможно перемещение от Nature's Prophet для того, чтобы добить, помочь добить и так далее. В общем и целом, пока оба пика смотрятся неплохо, но мы понимаем, что основные персонажи еще впереди и не раскрывали их до самого конца коллективы. Сейчас вот самое время. Ну и пока тут у нас думают, Phantom Lancer появляется для SG. Phantom Lancer, кстати, идея достаточно неплохая. С той стороны, что, например, Чайник Лича будет летать постоянно по иллюзиям и дамажить персонажей непосредственно меньше. Плюс можно как-то эвейдить
подкопы Сент-Кинга, если ты очень скилловый парень и реакция у тебя неплохая, выбираться из спрутов Nature's Profit, да и, в принципе, можно наносить большое количество урона под косу. То есть ты с дуплигангера прыгаешь, у тебя есть какие-то, например, Diffusal Blade уже, и ты кидаешь копье, иллюзиями быстренько выжигаешь большое количество маны здоровья, и коса Некрофса довершает все это дело. Хотелось бы, наверное, конечно, под Некра какой-то чуть более ультимативный урон, ну, либо физический быстрый какой-то, еще более быстрый, либо магический. Посмотрим, будут ли добирать себе SG такого персонажа. Ну, опять же, это может быть какая-то медовая Лина, хотя ее почему-то не жалуют в южноамериканском регионе. Ни разу я ее даже, собственно, и не видел. Ну, а Тим так забирает себе в мид Эмбер Спирита. К слову, интересно, опять же, как SG распределяет своих героев, потому что и Некроф сможет попробовать поставить против Эмбер Спирита. Наверное, не так хорошо, как хотелось бы, потому что Эмбер и урон будет блочить с помощью Флеймгуарда, и сам может пожечь Некрофуса, там в госшраут не уйдешь, как-то особо много и не похилишься, потому что еще получать будешь больше за счет того, что магический урон у Флеймгуарда. В общем и целом, наверное, будет более-менее равная линия, хотя бы потому, что, ну, Некроф все-таки рейнджовый персонаж, и потыкивать Эмбера тоже сможет. Ну, а последние баны — это минус Свен от SG, и Тим Така вот сейчас как раз додумают, что они не хотят увидеть у противника, и забанят. Тоже мы уже посмотрим на заключительные пики. Ну а пока раздумывают над банами, наверное, для тех, кто, возможно, пропустил, скажу итоги сегодняшних матчей в ЦИС-регионе. Империя против М19 отыграла 2-0, Спартак победил Вегу 2-1. Вот здесь вот, кстати, такая очень интересная получилась ситуация. Я думаю, что мало кто от Спартака ожидал такие вообще изощрения. По большому счету, я успел глянуть, например, коэффициенты, но на Спартак были 3.72 перед матчем. Вот непосредственно перед матчем, когда там только-только должен был начинаться распик первой карты, вот 3.72 можно было на победу Спартака поставить и нормально на этом подняться. Но ставочки я не делаю, так что просто удивился с этого момента. Тим Така заманили у противника Outward Devourer, тем самым как бы намекая, что Некрофус пойдет в харду, а Phantom Lancer фармить. Сами же забирают себе Bloodseeker'а. Bloodseeker, который здесь может находиться тоже на позиции кэрри, за счет того, что любит собирать его через Radiance, и, соответственно, по фарму из-за этого Bloodseeker не проваливается. Посмотрим, получится ли здесь Тим Така так его реализовать, либо, возможно, какие-то свапы линиями мы увидим, например, Эмбер Спирит пойдет фармить Bloodseeker в мид, вариант такой тоже возможен. Ну и уже непосредственно в самой игре мы только сможем четко сказать, что и как здесь будет. SG забирают себе Бетрайдера, тем самым показывая, что, скорее всего, Некрофос пойдет в мид у нас. Вот такие интересные дела. Ну, в любом случае, пики первой карты этого Best of 3 матча нижней сетки квалификации Южной Америки к SLL League Invitational Season 3 у нас уже теперь имеются, и мы можем спокойно через небольшой промежуток Strategy Time переходить к самой игре и посмотрим, как это все будет реализовано. Ну, вот если мое личное мнение взять, то, наверное, чуть более импонирует мне пик Тим Така. С другой стороны, за счет того, что Бетрайдер был взят самым последним пиком, против него нет какой-то серьезной контронизации, нет какого-то персонажа, который спасал бы из лассо. Так что посмотрим, если получится Лепосе грамотно реализовать своего персонажа, то возможно задоминировать и в принципе эту карту победить для SG Sports. Да, в какой-то мере Bloodseeker может контрить Бетрайдера, если вовремя успеет повесить Рапчур. Но там еще надо вовремя среагировать, оказаться на нужном рейнже. Да еще, чтобы и тебя лучше не тебя схватили. Так что всякие могут быть варианты. Ну а у нас начинается потихонечку карта, так что будем к ней, собственно, и переходить, наверное. Начнем, как всегда, с представления коллективов, кто на ком играет. Надеюсь, что никого я здесь
Не забуду, возможно, даже не обижу, но это не точно. Так, ну и погнали. Бардина играет у нас на Джекиросе, Theolicor, Nightstalker, Факинех играет у нас на Фантом Лансере, Адриана Некрофос, Бэт Райдер, Липоса, команда SG и Спорт, Силы Света. Ну и их оппоненты, Силы Тьмы, они же Youth Fury, бывшие, сейчас это Team Taka, PTT играет на Сенкинге, на Nature's Profit играет у нас Shadowburn, Маша на Ember Spirit, Фор на Личе и NFT на Бладсикере. Какой-то жутко непроизносимый ник у Бладсикера. NFT Tgueyo Guttu. Вот так вот он, наверное, будет должен звучать. Но почему-то мне кажется, что я не буду до конца его произносить никогда больше. Ну что ж, сразу встречается Лич и Найтсталкер. При этом Найтсталкер вардишку уже один успел поставить. Собственно, так же, как и... Вот этот вардишку успел Найтсталкер поставить. Так же, как и его оппоненты, которые тоже на хайграунд. Здесь такой стандартный, но агрессивный вард тоже влепили. Ну и Найтсталкер. Его задача до четвертой минуты взять себе желательно третий уровень, и с этим третьим уровнем пойти уже агрессировать на карту, пытаться как-то что-то полезное сделать. Тут, кстати, Лич. Да, возможно, примерно понимают, где конкретно поставлен вард. Но за счет того, что Найтсталкера, по-моему, увидели на хайграунде, то будут предполагать, что вард где-то здесь обитает и могут сентри не попасть. Собственно, уличает, и сентри имеется. Ну и пока он не знает, куда конкретно бы ее засунуть. Но не очень важно. На нижней линии тем временем пеньки Фуриона пытаются как-то, может быть, и рунку задинаить, но не получается ничего сделать. Сам Фурион уже достаточно серьезно просел, но и по Фантомлансеру накидал. Такая вот получилась обоюдная агрессия. Здесь начинают цеплять Бладсикера. Ну, тут просто уходит под собственную вышку. А на развороте PTT есть у него подкоп. Но, опять же, наверное, копать Найтсталкера смысла особого не имеет. У того 5 брони, у того 660 хп. И даже под замедлением, скорее всего, ты его не заберешь. Ну и сразу будем обращать внимание на расстановки персонажей. Такая вот импровизированная дабла из Бэтрайдера и Найтсталкера образовалась у нас в хардлинии для Сил Света. Бладсикер, Лич и Сэн Кинг, соответственно, против нее у нас обитают. В этом плане здесь могут быть очень жаркие баталии, потому что и под подкоп Сэн Кинга можно сагрессировать через Бладрайд, и, собственно, накидать можно просто с рученьки, используя Липосу и Theolicora. Ну, посмотрим, как здесь все будет, пока вот PTT первым своим подкопом промазал. Ну, а в миде противостояние Некрофоса и Эмбер Спирита. Предполагали мы еще на стадии драфта, что такое может получиться. Ну и пока видим, что более или менее ровненько идут у нас персонажи. Ну, немножечко Адриана своего оппонента здесь перефармливает. На топе тем временем Бэтрайдеру очень больно, но тут выживает. Ну, там было на грани. Было на грани. Теперь не такое большое количество отхилов у Бэтрайдера. Firefly совсем скоро закончится. В общем, Липосе нужно быть невероятно аккуратным, потому что следующий подкоп может стать для него фатальным. Здесь, кстати, интересен скилл-билд Лича, который, понимая, что против него стоит дабла, взял себе именно Frostblast, а не Sacrifice. И во многом за счет этого, отдав два Sacrifice, он... Ну, так вот неплохо получилось похарасить противника, и не получилось просадки по... серьезной просадки по фарму Бладсикера. Да, вот его все, прямо скажем, не очень хорошо, но его хотя бы не сильно напрягают на этой линии. Что касается легкой линии для Сил Света, тяжелой, соответственно, для команды Dire, то здесь Nature's Profit против Фантом Лансера. По большому счету, ПЛ на этой линии страдать должен очень серьезно, и мы видим, что так и происходит. Фурион 10 на 8... ПЛ 6 на 0. При этом маны на ранней стадии игры у Фантом Лансера очень немного, и он не может по кулдауну закидывать свои копья в Фуриона. А Фурион, в принципе, может обузить собственный
телепорт, быстро восстанавливать себе ману раз хотя бы в минутку, и ничего серьезного предпринять здесь не сможет Факине. В миде тем временем у нас там размены по хитпоинтам серьезные достаточно идут, но пока без каких бы то ни было фрагов. В общем и целом, Некрофос, мы видим, что линию свою доминирует очень качественно. Ну, если он еще и убьет здесь Эмбер Спирита, будет совсем хорошо. Но для этого нужна перетяжка от Найтсталкера. Перетяжка от Найтсталкера, которая, к слову, совсем скоро может уже и произойти. Потому что 3.25 у нас таймер, на 4 минутах начнется ночь, и Найтсталкер захочет крови определенно. И вполне может в миде попробовать эту самую кровь, возможно, даже первую, реализовать. Ну, а пока мы видим перемещение от Сенкинга. Перемещение от Сенкинга, которое в любом случае не останется незамеченным, потому что хороший вард здесь стоит, и в нужный момент Адриана, скорее всего, сможет убежать. Если, конечно, не будет повязан Тирничейнс от Эмбер Спирита. Ну, пока Маша так подбайчивает. Обходит все это дело Сенкинг. Адриана должен видеть его перемещение. Сенкинг надеялся руну там найти, но руна заспаунилась снизу, и это инвиз. Соответственно, пока я тут на инвиз наводил, ферстблад мы увидели. Даже 6 уровня не понадобилось Некрофосу для того, чтобы ферстблад это оформить. Вот только сейчас он косу получает, ну и мы понимаем, что будет еще более сильно на этой линии доминировать. На топе тем временем попытка забрать лича. Лич, скорее всего, здесь отъедет. Как бы еще и Сенкинг не сгорел. А пытается улететь отсюда Найтсталкер, но не получится у него этого сделать. Ну, добрать, наверное, надо как-то Сенкинга. Да, даблкил для Липосы. Сам Липоса пока, понятное дело, не сможет здесь как-то просесть серьезно, потому что, ну, даже если ты в спруты поставишь, пока Firefly подключен у Бетрайдера, ничего серьезного сделать ты ему не сможешь. Видим перемещение в мид от Лича для того, чтобы немножечко Эмбер Спирита поддержать здесь. Но на самом деле Эмбере уже невероятно сложно, и такое перемещение от Лича ему никак не поможет. Ему нужен кто-то еще. Что касается Найтсталкера, тут пошел терроризировать Фуриона. И, ну, забрать его, наверное, не получится, но было близко. Было близко, и Найтсталкер, который пока все еще второй уровень, все же ночью может позволить себе перемещаться уже по карте. Возможно, зацепить того же Эмбер Спирита в миде, пока у того нет 6 уровня, было бы неплохой идеей. Или, например, Лича. Вот, Лич. Лич может получить сейчас Войд. Есть Войд. По-прежнему есть Войд, но Целикор здесь проседает достаточно серьезно, и, скорее всего, даже отсюда не уйдет. Пытается отдаться нейтральным крипам, и получается это сделать все грамотно. Здесь саппорт 4-й позиции команды SG сделал, не дал противнику возможности как-то себя убить. А самое главное, что стянул Фуриона. Самое главное, что Лич тоже все это время не появлялся ни на одной из линий. Тем самым большое количество пространства для своих коров выигрывает Найтсталкер. И Бетрайдер. Бетрайдер совсем скоро 6 уровень получит. Ему, правда, нужно быть аккуратным, потому что на 6 уровне от Бладсикера он вполне может и отъехать. А Бладсикер тоже близок к получению ультимативной способности. Поэтому этот момент нужно очень четко Бетрайдеру увидеть и не попадаться под Рапчер там, потому что может быть очень неприятно. На нижней линии тем временем Джекирос очень серьезно прохарасил вышку. Попытка зацепить Эмбер Спиритом Джекироса. Ну и, возможно, получится это сделать. Подвязывает, и тут же тэп-аут. Тут же тэп-аут, урона в итоге не хватает немножечко. Здесь Факинеха зацепили, а вот на него урона точно хватит. Ну и хотя бы один фраг получилось сделать. Даже, наверное, еще лучше это для Тим Така, потому что, ну, убить Фантом Лансера, мы понимаем, намного более профитнее, нежели убить Джакира. Здесь Бладсикер пошел до конца, получил ульту от Бетрайдера и закончился на этом. А почему? Зачем ты, дружище, туда пошел? Ну, у тебя же вот одного крепочка не хватает. Там буквально 2 очков опыта, мне кажется, не хватает. Одного очка опыта не хватает до 6 уровня. Видимо, надеялся, что где-то умрет крип, и в самый неподходящий для противника оппонент момент можно будет рапчер нажать. Но не случилось. В миде, тем временем, мы видели уже одно перемещение от Эмбер Спирита, которое фрагом закончилось. Теперь можно попробовать наказать за это перемещение Маша. И появляется здесь Найтсталкер, 3 уровень, Void в 2.
Ночь совсем скоро заканчивается. В итоге НС, нельзя сказать, что очень хорошо побегал за эту ночь. Всего лишь третий уровень, одно убийство, три ассиста, две смерти. Одна из которых, мы помним, была на нейтральных крипах, и поэтому в актив к противнику не засчитывается. Ну а пока очень нагло себя ведет Некрофос. Мы видим, что он уже заходит за Т2, пытается как-то здесь... Эмбер Спирита убить, но Эмбер Спирит грамотную позицию занимает, он понимает, что из этого лесочка на него могут выйти, и поэтому уходит в сторону собственного хайграунда малых лесов и здесь подбирает руну, может отхилиться и, в принципе, как-никак более-менее себя здесь будет дальше чувствовать. При этом мы видим, что Эмбер Спирит по фарму в целом очень сильно отстает от всех нормальных коров и занимает шестую позицию, 2-300 имея. Для сравнения, его... оппонент по линии, Некрофос, топ-1 и 4-300 практически у него имеется здесь. В этом плане Адриана очень хорошо на своей линии постоял и, скорее всего, вывозит себе уже готовый вейл. Собственно, вот курьер летит. Если его не собьют тут по пути, то вот мы увидим, что есть... Ну, только не вейл, а на сей раз решил Hood of Defiance себе взять. Hood of Defiance тоже хорошая штука, потому что огромное количество магического урона имеется у Тимтака. Это и Эмбер Спирит, и Сэнд Кинг, и Лич, и, собственно, у Блудсикера тоже есть чем магии популять. Блудсикера, кстати, достаточно интересная раскачка. Он Блудрайт себе даже на единичку пока не взял. И какого-то даже хорошего шанса убить через Руптуру-то может не быть. Ну а пока на нижнюю линию перемещается Некрофос, который хочет здесь кого-то найти, но он один против трех персонажей команды противника и очень так неплохо на себя байтит, не совсем понимаю, зачем он сюда пришел. Неужели он надеется жить так долго? Пока, кстати, получается. Перетяжка есть сюда от... должна была быть сюда от Джекироса, но там Джекироса, видимо, сбили ему ТП. И именно это помешало грамотно подраться. В итоге Джакира здесь, скорее всего, тоже погибнет. У него еще кулдаун на телепорт, понятное дело. Ему тут этот телепорт сбили. Это минус 3 от Тимтака. И, казалось бы, неплохая задумка забайтить на Некрофоса, который будет долго жить за счет наличия у себя инфьюз-трейн-дропов, за счет наличия у себя гост-шрауда. Она провалилась. Вышку потеряли, Некрофоса потеряли. С Некрофосом еще двух человек потеряли. В общем, дико неприятно все это выходит пока. Но все это пространство для Бэтрайдера. Пространство для Бэтрайдера, который уже буквально через 200 голды получит себе даггер и сможет его реализовывать по кулдауну, собственно, лассо. Сейчас же у него есть уже руна невидимости. С этой руной невидимости можно попробовать убить Эмбер Спирита. Вполне это можно было сделать, потому что Сиаликор 4 уровень имеет, у него Крипплинг Фир есть. Но, видимо, решают попытаться найти Бэтрайдера на... найти Эмбер Спирита вот здесь вот, на Ремнанте. Лепоса все еще показывает местоположение противника. Здесь подключается Флейм Гуард. Есть перемещение также от Сиаликора. Начинает проседать немножко Эмбер Спирит от крипов. И в этот самый момент хорошо бы его как-то попытаться зацепить. Очень верно с хайграунда здесь Найтсталкер заходит. 9 левел у Бэтрайдера. Поджигает Эмбер Спирита. Ну и хватит ли урона? Есть безмолвие. Пошел также Войд. Подтягивает сюда, но очень много урона вывозит просто... Флеймгуард от Эмбер Спирит, и на развороте теперь попробует еще и Найтсталкера убить. ТПа вот скастовать не получится, потому что рядом есть ПТТ, пытается просто отойти к собственному Фантом Лансеру, который вроде как недалеко здесь был, но получает Руптуру и погибает. На нижней линии тем временем Адриана тут немножко похарасил Шедуберна, но мы понимаем, что основная цель агрессии — это, скорее всего, вышка, и вместе с Бардино, у которого на троечку уже Liquid Fire взят, можно без особых проблем эту вышку запинать. В миде же, уже переместившийся сюда Эмбер Спирит, пытается тоже как-то похарасить Т1 строение, но здесь на страже стоит Фантом Лансер, который с удовольствием подфармливает крипов, которые особо ему ничего сделать не могут, потому что тут лютая прорва иллюзий и... найти среди них настоящего Фантом Лансера немножко тупеньким крипам не под силу. В итоге снизу попытка забрать Сэндкинга, ничем она не увенчалась, вышка здесь пала. На топе вышка тоже находится под серьезной агрессией, вряд ли кто-то мог бы позариться на нее, когда здесь было два персонажа. Ну вот, как только улетел отсюда Эмбер, тут же Факенех пошел на защиту.
снизу. Ну, снизу минус Некропс. Пока хорошо, кстати, удается разгоняться Бладсикеру. Бладрайт он себе тоже уже на единичку взял, что помогает ему в какие-то моменты подконтролить оппонента. Опять же, тут выбора у тебя не остается. Либо ты получаешь Сайленс, либо ты получаешь урон, потому что выходишь из этого Бладрайта. Да, соответственно, до этого какого-то магического урона Бладсикер вносить не мог. Сейчас вот... А тут тоже чистый, простите. Простите меня, пожалуйста. Почему-то я был уверен, что Бладрайт магический урон наносит. Ну, да ничего. Ну и в целом, наверное, можно посмотреть, что у нас по графикам творилось все это время. SG вели около 3000, потом преимущество резко упало. Мы здесь видели вот это вот три фрага от команды Team Taka. Ну и сейчас около 1000 преимущество составляет по голде. В свою очередь около 700-800 сами Team Taka ведут по очкам опыта. Но в целом мы понимаем, что невероятно ровная игра. И... пока ничего не понятно, как здесь будет развиваться. Опять же, оба коллектива могут бустить своих коров за счет фрагов с инициаторами. С одной стороны, это Бэтрайдер, который может влететь и фраг совершить за счет лассо. А с другой стороны, это Блудсикер с поддержкой кого бы то ни было еще. Опять же, либо Сэнд Кинг, либо Нэчес Профит, либо Лич, ну кто угодно нужен. Бладсикеру, ну, желательно, конечно, Сэнд Кинг, чтобы просто от него тэп-аут не делали. Другие моменты здесь, ну, понятное дело, что ни Фурион, ни Лич тэп-аут никак сбить не смогут, но они смогут внести тот необходимый урон, которого может хватить для того, чтобы просто убить персонажа за тот момент, пока он сделать тэп-аут пытается. В этом плане пока Блудсикер соло фрагов, наверное, не получается у него сделать. Но при этом у него уже есть Мидас. После Мидаса мы понимаем, что хочет он выйти в Radiance. Вот такой достаточно стандартный билд для этого персонажа. Из адаптации этого билда под разные драки мы видели с вами, как собирали сначала себе Блейдмейл. Собирали Блейдмейл и Сенджин Яшу. Так что, в принципе, различные опции есть у Блудсикера, как ему... тот фарм, который он сейчас будет получать, достаточно серьезный, интерпретировать в артефакты. Джекирос. 6-й левел, макропира имеется, но опять же поймать здесь Эмберспирита будет идеей хорошей, но невероятно сложной в исполнении. Для того, чтобы Эмберспирита ловить, нужен либо Бэтрайдер, либо Найтсталкер. Собственно, с Найтсталкером вряд ли вдвоем вы убьете, да и с Бэтрайдером вдвоем точно нет, втроем шансы имеются. Если, опять же, Бэтрайдер и сам подожжет, и по Маркрапире в лассо повозит, в общем, есть какие-то варианты. Ну а пока на нижней линии аккумулировались у нас SG и будут поддавливать здесь Т2. По большому счету нет какого-то суперсерьезного урона по строениям, но тут большое количество крипов и, собственно, Адриан тоже нормально уже с руки наваливает, так что какое-то количество урона внести получится. Тут Лич бегает, можно, в принципе, этого Лича попробовать убить, но очень не хочется тратить лассо на саппорты пятой позиции, и поэтому дожидается каких-то более... важных перемещений. Например, Сэнд Кинг, который очень вовремя, невероятно вовремя просто уходит в Сэндсторм. Ну и не получается здесь никого на развороте убить, потому что подкоп был потрачен заранее. Здесь он еще не откатился. В итоге все трое отсюда разлетелись. Кстати, это неплохо. Сюда перетянули четверых персонажей, и можно, например, в миде попушить теперь. Либо попытаться кого-то в лесах найти. Например, мы видим, что Эмбер Спирит здесь спалился. Но, опять же... как-то зацепить его пока не получается. Ну, Джакир тут в одно рыло просто иссушил святыню. Ну ладно, судя по тому, что это Джакир, конечно, в два. Немножко жадненько. А корм оставить? Путаким быть.
Ну да ладно, на Некрофос. Некрофос готов сам жарить магией, у него для этого есть вейл, готов защищаться от магии противника, у него для этого есть худ. Собственно, дальше этот худ будет грейдиться в пайп, потому что помимо себя еще бы неплохо союзников своих от магии защищать, тогда совсем круто будет. Ну и, собственно, Некрофос этот самый пайп в скором времени уже вывозить и будет. Опять же, пайп может заблокировать урон от эпицентра, или, например, от чайника лича, или от врыва какого-то жесткого эмберспирита. Сейчас, кстати, хорошо бы кого-то поймать. Было бы полезно блудсикера, но решают на сей раз не гнушаться и лича попробовать убить, да. Лич здесь погибать должен без особых вариантов. Но в это время сплит идет. На верхней линии мы видим, что обитают SG Esports, на нижней с вышкой пытаются справляться Team Taka. Ну и примерно в одно время должны строения падать. Собственно, хотят защищать свои вышки. Перемещается сюда Некрофос, но он тут один. Он тут один, хотя есть и Фиаликор. Ну, наверное, стоило начинать с Крипплинг Фира. Все-таки для того, чтобы Маша просто тупо не улетел, как он это в итоге и сделал. Ну и все растпшиваются. Зацепить не получается абсолютно никого. Ну и все. Вышки разменены, герои защищены. И вновь никто никакого преимущества в этом микромоменте для себя оформить не смог. Знаю одно место, где это преимущество можно попытаться оформить, не встречая противников. Вот оно. Рошан, которого здесь, в принципе, наверное, пока прям так, чтобы очень быстро забирать нечем, но в скором времени должно появиться. Опять же, у Фуриона уже есть Оркид, тот вполне может просто с руки наваливать, ну, приличное количество. Мы видим, что у него под 200 урона с руки. Что очень немало для 18 минуты. По большому счету, Phantom Lancer тоже должен в скором времени себе как-то Diffusal Blade докупать и тем самым очень серьезно повышать свой ДПС в драках. Так что ждем, ждем, пока PL себе этот артефакт оформит и уже будет раздавать сам достаточно неплохо. Потому что пока он выглядит немножко беззащитно, если честно. Да, у него есть там условно 130-140 урона с руки, но как-то серьезно это вряд ли будет помогать. Неправильного лансера все-таки. Нечис Профит здесь засайленсил, ну, было близко. Снизу, кстати, есть возможность попробовать подцепить как-то Эмбер Спирита. Перетяжка есть от трех персонажей SG. Эмбер Спирит. Эмбер Спирит, ну да ладно, ну просто не допрыгнул немножко Бэтрайдер. Эмбер бы не успел среагировать, просто чуть-чуть не допрыгнул Бэтрайдер. Ему несколько пикселей не хватило для того, чтобы зацепить лосо. Ему пришлось шажок делать, еще один, ну как шажок, еще один взмах крыльями своего ската или что это такое, не совсем понятно. И поэтому ушел отсюда мидер команды Team Taka. Ну а Bloodseeker, который не появлялся в драках уже долгое время, видим, чем занимался. Он фармил, и фармил вполне себе успешно. У него уже Sacred Relic имеется. И вышки там падают везде, где только можно. В миде мы видим, на топе. Ну и пытается все это на одно Т2 строение разменять SG. Вряд ли уже противник будет иметь хорошую позицию для того, чтобы эту вышку грамотно задефить. В итоге сами они никакого Т2 пока еще не забили, но видят перемещение сюда Некрофоса. Есть ли, кстати, даггер у Сенкенга? Да, даггер имеется. И опять же, вдвоем ПТТ и Маша могут уже совершенно свободно делать фраги на любой части карты. Опять же, если ты видишь загулявшего персонажа через эпицентр, подкоп и влет во все это дело Эмбер Спирита, ты без проблем должен оформлять фраг. Что касается Эмбер Спирита, то, вы знаете, такие слезы ностальгии наворачиваются на глаза. Посмотрите, какой артефакт хочет себе выформить Эмбер. Ну не красота ли? Ну, когда вы последний раз вообще видели Эмбер Спирита с Battle Fury? Здесь Shadow Bird пытается убить, и отлично получается это сделать. Nice Pass подкидывает Липоса. Банка, и, ну, в принципе, Айспас и так бы попадал, но так чуть более эффектно просто все это выглядит. Ну и в итоге еще и косу на него потратили, для того, чтобы минуту Nature's Profit не мог нигде сплитить, фармить и вообще заниматься любыми грязными делами, которыми он любит. А Phantom Lancer, в свою очередь, уже имеет первый Diffusal Blade, собирает себе дальше, ну, судя по всему, Manta Style какую-то. Хотя и Сенжин Яша тоже, в принципе, неплохо смотрится на PL.
Но пока неплохо смотрится снос вышки, которые уже оформили сейчас SG, в это время дофармливает себе Radiance Bloodseeker. Теперь он еще сильнее, еще быстрее сможет фармить, при том, что он и до этого неплохо этим занимался, и мы видим, что ну, на первой и второй позиции по нетворсу находится. Сейчас же намного более тяжело будет его пропивать с помощью Phantom Lancer, намного более неприятно будет, пока он будет бегать в драке, потому что он будет жечь еще всех своих противников. Ну и тут же пытаются это реализовать, использовав смог команды Team Taka. Посмотрим, удастся ли им на этом смоке кого-то зацепить. В принципе, Vision вот такой вот сейчас у коллектива сил тьмы, поэтому единственное, куда они могут более-менее обоснованно выйти, это на Адриана. И в принципе фраг на нем был бы хорошей идеей. Тут, правда, встречают еще и Фиоликора, поэтому надо было, может быть, как-то попробовать. Как тут много на Некрофоса дотратит. Все в него влили. Прошли просто мимо Найтсталкера. Плевать на тебя, дружище, у нас есть кого убивать. И, в принципе, фраг получился, это самое главное. А теперь на Рошена можно попробовать зайти. Вряд ли противник будет без одного из своих самых отфармленных коров, да, собственно, самого отфармленного кора, заходить к вам на Рошана. А еще 30 секунд. Конечно, да, стягивается сюда SG, Фиоликор. Все понимают абсолютно точно, где находится противник. Но единственная возможность здесь что-то как-то сделать — это Бэтрайдер. Бэтрайдер залетел на Сэндкинга, увозит того на хайграунд. Но Сэндкингу, мы понимаем, это не очень страшно. Подойти пока к Рошпиту пока не получается. Гоняются там за Бэтрайдером. Полетел чайник, не очень качественный. Бэтрайдер подкопал здесь Фиоликора. Ну и драка в итоге немножко несуразная такая получается. Никто пока тут не погиб. Всех немножко подамажили, и все живы. При этом дождались все-таки SG появления собственного Некрофоса. И у них есть небольшое преимущество. У них есть рабочая святыня здесь, в то время как тут 140 секунд еще до святыни. И, собственно, теперь сами SG заходят на хайгра, к Рошану, простите, и могут попытаться с ним подраться. Там, конечно, будут залетать всякие неприятные бладрайты и прочее, и прочее, и прочее. Но вот так, чтобы взять и забрать кого-то, там будет не так просто. Бэтрайдер пытается сделать ТПА. Вот хороший подкоп от PTT. Бэтрайдера в итоге надо бы как-нибудь забивать. Здесь на лоу-граунд скидывает двух персонажей. Неплохо. Драка продолжается. Уже минус Бэтрайдер. Пытается на развозе кого-то сделать. Байбекается в игру Эмбер Спирит. Здесь пытаются убить всех из SG. И это получается сделать. Бордина остается последним. Но Бордина тоже помрет здесь. И самое главное, что Рошана так и не удалось забрать. И теперь эта драка, которая длилась уже... Ну, два акта этой драки мы с вами увидели, можно сказать. Сначала некоторая победа SG, потому что они смогли дождаться Некрофоса. А потом переворот драки от команды Така, которые за счет выкупа от Эмбер Спирита смогли убить полную команду противников. При этом, собственно, одного Эмбер Спирита, по-моему, они сами и потеряли. Ну, мне на самом деле интересно, Эмбер, ой, Эмбер все-таки решился. Он решился, он сделал себе реально БФ. Ну, я думаю, что это должно вызывать некоторое уважение. Потому что реально в последний раз Эмбера с Battle Fury я наблюдал, ну вот, чуть ли не до ввода талантов, наверное. Потому что как только там появились таланты, все сразу: о, можно вечно держать Сирен Чейнс, о, можно огромное количество урона наносить. Ну и забыли про БФ-очку. В принципе, БФ на самом деле из артефакта, который был, ну, такой тир 2, возможно, немножко ситуативный, но его собирали часто, превратился сейчас в артефакт, который собирается исключительно на антимаги. Ну, реально, для кого вы еще БФ-ку видите? На Эмбер Спирите, но уже в лейт-гейме. То есть после того, как он понимает, что его магический урон, который он вносит, уже немножко не хватает его, то он начинает собирать Battle Fury. Здесь Маша решает, что прям сразу надо. На топе здесь подловили Бэтрайдера. Ну и, кстати, как бы еще и Некрофосу здесь не отъехать. Некрофос остается один, его подвязывают. Есть возможность похилиться, но не успевает, к сожалению, пройти
Silence, поэтому Ghost Shroud в итоге остался непрожатым. Ну, кстати, очень неплохо переворачивают здесь игру так, и мы видим, что SG вели в первой половине этой карты, и дальше уже так и начинают потихонечку наращивать темп своего преимущества. Около 4000 пока у них имеется по голде, около 10-11 по XP. Мы понимаем, что 4000 это не бог весть, ну, какое преимущество на 26-й минуте, но опять же это такой трамплин, с которого можно совершить хороший толчок и дальше прыгнуть в еще более комфортное для себя преимущество по золоту. Посмотрим, получится ли это сделать. Предпосылки к этому имеются, потому что по-прежнему есть эгида на Эмберспирите. У самого Эмберспирита уже и с фармом дела потихоньку налаживаются, и в драках он уже может вносить приличное количество урона. Помимо всего прочего, стоит посмотреть на графики нетворсов и понять, что топ-3 персонажа в этих самых нетворсах — это силы тьмы. И им сейчас можно пытаться навязывать драку. Да, конечно, перед этой дракой хотелось бы каких-то сплитпушащих парней убить, но, в принципе, на это есть Фурион. На это есть Фурион, который топ-2 нетворса занимает на данный момент, уже имеет как минимум БКБ и Оркид. Собственно, артефакты, которые ему будут помогать выживать в любой практической ситуации, потому что, опять же, Фантомлансер начнет меньшее количество урона наносить, нельзя будет тебя так просто косой попытаться убить, если ты еще и до лассо успеешь это БКБ прожать, ну, опять же, если на тебя будут прыгать, то ты вообще молодец, и на тебя будут тратить неимоверное количество времени, и есть шансы, что еще и не убьют. Ну и Сэндкинг. Сэндкинг... Юльчик, кстати, почти готов уже у 5-ти. Юл здесь, наверное, в первую очередь, чтобы... дополнительный контроль. Дополнительный контроль — это всегда хорошо. Здесь есть возможность Бэтрайдера зацепить. Отличный блинкаут, хорошая реакция от Липоса. Понимал он, что сейчас на него будут прыгать. И в итоге успел прожать заветную кнопку. Тем не менее, можно, во-первых, попытаться зацепить здесь как-то в Кенеха. Знают, где он находится. Пытается отсюда убежать. И да, не хватает немножко контроля на Фурионе теперь уже. И тут же пытаются отреагировать. Тут же попытаются дальше переместиться на нижнюю линию и дальше ловить персонажей. Хорошо бы Бэтрайдера зацепить, но в итоге Петити немножко здесь накосячил, за что, наверное, будет наказан. Огромное количество урона по нему влетает. Пытается как-то выживать, но, к сожалению, без шансов для него. Тут поймали еще и Фуриона. Джеки Рос, правда, хочет отсюда уйти и не получается это сделать. Гадлайк уже у нас на Блудсикере. Минус Аегас. Аегас. Эмберспирит Линка. Ну, мы понимаем, что Линка здесь артефакт неплохой, потому что есть две способности, которые ты этой Линкой можешь заявить, и это будет супер круто. Первая, возможно, это репер, вторая, возможно, это лассо. А другое дело, что лассо тебе могут сбивать. Для этого ты прожимаешь либо форстав, либо юл, и, собственно, дальше можно тебя лассосировать сколько угодно. Но проблема в том, что это занимает лишние мгновения, и эти самые лишние мгновения Эмберспирит в большинстве случаев тратит для того, чтобы прожать... уход на ремнант, и зацепить его все равно в итоге не получается. То есть, по факту, Линка, даже если ее сбивают, она все равно действует как надо. Пытается Найтсталкера убить, но Фурион в соло, наверное, вряд ли как-то сможет Сиаликора здесь развалить, если только не какой-то наперед телепорт и попытка еще раз закинуть саппорт команды противника в спруты. Но настолько агрессивно, наверное, действовать не будет, потому что тут Шрайн еще прилетят, надают тебе по лицу. Неприятно будет. А любой фраг, который сейчас отдает кор команды Дайр, он очень важен, потому что, ну, мы видим, что они по голде очень много имеют, и, опять же, за счет этого будут за них много давать денег противнику. В миде прилетает сюда Shadow Burn, подрубает тут же БКБ, а попытка убить Фиоликора, ну, должна просто подходить сюда союзники, да, Найтсталкера в итоге убивают, но такой себе получился фраг, один всего лишь на БКБ от Фуриона, который был 10 секунд, ну, не знаю. В принципе, наверное, в некотором случае это даже, наверное, в плюс для Найтсталкера. На топе Shadow Burn.
Понял, что не по шансам ввязался. Хотя Бутрайдер пытается отсюда убежать, знает, где он находится, гонит его дальше. Форстав очередной от Бутрайдера. И не привязали? Да ладно. Ну ладно, здесь юльчик. Собственно, сам Бутрайдер себя в юл закидывает. Я так понимаю, что все-таки был подвязан. И хороший фраг. Хороший фраг вновь. Темповые перемещения по карте, которые позволяют настигать своих оппонентов от Тимтака. Ну и можно попробовать Т2 как-то разрушить. Штука полезная, почему нет? Снизу. Снизу попытка быстро убить Некрофса, и Некрофс вряд ли здесь куда-то денется, да. Уж очень много на него тратят. Ну и это важно. Это важно, потому что Некрофса надо все дальше опускать. Он какое-то время держался в топе по нетворсам. Сейчас вот такими фрагами ты целую минуту не даешь Некру фармить, что очень круто. При этом мы видим, с какой скоростью отрывается Бладсикер от остальных персонажей на этой карте по фарму. У него очень много денег, он практически на 4000 опережает ближайшего преследователя, который и так из твоей команды еще. И пока все идет к тому, что если продолжит свое давление Така, то они просто оппонента своего здесь забьют до смерти, вылетает сюда Маша, минус еще один есть, пытаются забрать еще и Факенеха и успевают его убить, да ладно, какой лютый урон от Эмбер Спирита. Но это минус 4, 4 открытых фрага, ничем ответить на это не смогли SG, минус Т2, по большому счету, скорее всего, это еще и минус Т3 сейчас будет, потому что некому даже покрипскипить, Бетрайдер находится на базе, ну и все это выглядит так, что... Ой, тут еще Некрофса подцепили, но Некрофса немножко боятся здесь, все же не основные персонажи, не в нужных количествах на этого Некрофса, да, перетянулись. А вот сейчас Некр начинает проседать. Некр сбили линку, полетел чайник. Ну, чайник серьезного импакта не вносит, но, опять же, отогнали. Отогнали противника, попытка убить Бладсикера. Бладсикер подрубает БКБ, начинает наваливать по Феликору. Здесь еще и Адриана подцепили. Адриана должен погибать, но пытается на развороте сделать пару фрагов. Один у нее сделать получилось. Нужно отсюда, наверное, даже еще и уходить, потому что уже минус 2. И эти два очень плотных персонажа. Сенкинг тоже может сейчас отъехать, пытается уйти как-то. И даггераут, хорошо, но за ним дальше идут. Поднимают в юл, и, понятное дело, отсюда никуда не денется Сенкинг. А важен даже не фраг на Сенкинге, а то, что гем он отдал. Ну и по итогу мы видим, что да, получилось забрать основные строения. Это Т3 и казарма мечников. Но при этом огромное количество денег оппоненту отдали. Ну, около 3500, в принципе. Но, опять же, это не будет сильно ощущаться, потому что насыпало нормально денег за казарму. Там... А тут же перемещение на Рошана, судя по всему. Рошан начинают настакивать на него стики. Напалм Бетрайдер. Глядишь, подъедет сейчас еще и Фантом Лансер сюда. И можно будет с Рошаном достаточно быстро и качественно разобраться. Липось тут, помимо всего прочего, еще и Дагерочек. Ой, Дагерочек гем оставляют. Ну, тут Соло начинает пытаться разваливать Рошана. К слову, пока не так плохо получается. Ну, нужно, понятное дело, какое-то перемещение сюда. Все же, вот он. Вот он, основной убийца Рошанов. Ну и отреагирует ли на это сейчас как-то Тимтака? У них, в принципе, через 2 секунды уже воскрешается Бладсикер. Есть возможность куда-то сюда сделать телепорт и попробовать за Рошана подраться. При том, что противник из Рашпита ушел. И Эмбер прочекал Рошана, понял, что никого там нету. И здесь частично в смоках находится SG. Будут пытаться ловить своего оппонента. Отличный скан от сил тьмы. Понимают, где находится противник. И будет ли какая-то реакция на все это дело? Не попадает пока. Эмбер Спирит своими скиллами. Но можно попробовать зацепить здесь кого-то хотя бы. В итоге зацепили Бладсикер. Огромное количество урона по нему вписывают. Бладсикер абсолютно ничего в этой карте не успевает сделать. Минус 115 секунд на нем. Шедоуберн тоже начинает проседать, потому что на него там сагрессировали. В итоге пока один в один размен. Убивает также еще и Нечис Профит. Неплохой, кстати, ультимейт от 5-ти. Можно Фантомлансера забрать. Фантомлансер минус. И можно гнать остальных отсюда. Главное добить Некрофоса. Плевать можно на Сиэликора. Некрофоса, если добить, будет очень круто. У Некрофоса уже нет прокаста. Некрофос здесь остается один, но его просто боятся. Да и Сиэликор тоже побежал.
на помощь к своему тиммейту. Здесь подкоп отличный по двоим. В итоге минус Найтсталкер. И остается один против троих персонажей команды противника. Некрофос попытается здесь как-то мансовать, попытается что-то сделать, но будет невероятно сложно здесь победить. Хотя Лич проседает очень серьезно. Совсем скоро, глядишь, и против двоих останется здесь Некрофос. Но очередной подкоп неплохой от PTT. И все-таки развалили здесь игрока команды SG. Это минус 5 в размен всего лишь на двух персонажей команды противника. Это вновь приличное количество денег. Это возвращение того преимущества, которое вы, казалось бы, отдали в прошлых драках. И уже более 11 тысяч по нетворсу преимущества для Team Taka по голде. Ну и по опыту там около 13, наверное. Не столь важно. Тут важно, что где-то гем валялся. Забрали ли гем? Вот, гем все еще валяется. Нужно как-то найти его. Так, ну и что будут теперь дальше делать Team Taka? Самым, наверное, объективным решением будет пойти на Рошана. Потому что, ну, если этого Рошана повардить, то можно без проблем, собственно, его забрать. Здесь попытка убить Бетрайдера, тот форстаф использует. Немножко запутался здесь Маша в крипах, и это, наверное, дало время Бетрайдеру, чтобы вообще выжить. Ну и дагер теперь у него имеется. Зацепить ли после второй раз будет невероятно сложно. Здесь попытка как-то просветить Фантом Лансера. Драка около Рошпита происходит. Лич, успеет ли он откинуть чайник? Было бы неплохо, кстати, безмолвие длительное. И чайник можно было откинуть, уже замахивался, кажется, Лич, но не получилось ничего сделать. В итоге ульта полетела по Бетрайдеру. Но здесь на развороте пытается убить Эмберспирита, и он погибает. Здесь Шидоу Бёрн тоже начинает проседать невероятно серьезно. Огромное количество урона под боковой ему наносит. Ну и пытается сделать ТПА. Вот не получится у него это сделать, потому что просто у него ТП еще в кулдауне. Петити ему сбили дагер, он как-то очень неказисто прыгнул, но в итоге фраги сделать получается. Нужно бы добрать хотя бы здесь Фагенеха, это тоже получается сделать. Под букабы очень неплохо наваливает Бладсикер. Ну и Адриана. Адриана вновь остается один против трех. Да, есть какая-то подкрепа от Джакироса, но тот уже далеко. И это вновь фраги, но на сей раз за счет байбека, судя по всему, это получилось сделать. По-моему, как раз был он совершен, да, на Эмберспиритом. Тот ушел, конечно, в минус в итоге. Огромный минус. Минус 2000 для Эмберспирита. Но в макроплане это все-таки, наверное, в плюс пойдет. Потому что вы и Рошана забираете сырного, и противника убиваете своего чуть ли не полностью. Один Джекирос там остался в живых. Так что, в общем и целом, наверное, несмотря на то, что по деньгам Ember Spirit не окупил собственный байбек, все же по профиту, который получила команда, наверное, можно сказать, что все правильно было сделано. Гем тут, к слову, забрали уже. А кто забрал гем? Давайте посмотрим. Вот, собственно, у Санкинга он имеется. Я так думаю, что... Да, больше ни у кого гемов пока нету. Ну и за счет того, что нету уже длительное время Т3 вышки, можно и святыни тоже побить. Собственно, немножко забыли о них. Там Team Taka, но сейчас Ember Spirit в соло тут расправляется с райном противника. Ну и 12 тысяч в пользу Team Taka. На самом деле... SG могли бы уже, наверное, сдаться. Но SG не тот коллектив. Мы помним, как они выверенно пытались выигрывать свои катки, просто до 30 плюс тысяч доводя свое преимущество и боясь зайти на хайграунд. Собственно, возможно, именно поэтому они продолжают играть, потому что такие, да господи, там, ну что там у них, ну 10 тысяч, ну 12, ну им даже не зайти на хайграунд. И это не 30-ка, они не посмеют. Спрятался Сент-Кинг. Спрятался Сент-Кинг. Это, кстати, может быть неприятным сюрпризом, если вдруг решат агрессировать, например, на Бладсикера. Но пока... Пока... ПС находится в относительной безопасности. Как вообще можно было придумать себе такой ник? Нет, ну я уверен, что он что-то, наверное, значит. Но... Как его вообще произносить? Инфитита Гуэю Гутту. Жуть. Секунд 5 мне понравилось, чтобы понадобилось, чтобы проговорить это и безошибочно сказать.
Здесь, кстати, драка намечается. Сан-Кинга увидели. Но Сан-Кинг успел оттуда уйти. Как-то немножко боятся, что ли, друг друга коллектива. А чего бояться Тимтака? У них есть Аегис, у них есть Сыр. Их не так просто вообще зацепить. Ну, наверное, немножко не хотели драться, потому что Фурион находится в другом месте. И у него такого часа вот будет кулдаун на телепорт откатываться. Но, в принципе, если выцепить кого-то одного, то и Некрофс, ой, то и Нечис Профит не понадобится. Ну и подфарм продолжается, подфарм, который, судя по всему, будет скоро заканчиваться, потому что смог мы видим в исполнении Тимтака. На сей раз у них варды чуть более агрессивные. Вот Вижен, на этом Вижене, собственно, в очередной раз спалился Адриана, но Некрофос не та цель, которую ты можешь убить быстро. Некрофос 2280 хитпоинтов, он плотный, он и бронированный, в принципе, достаточно, и защита от магии у него имеется, так что ты на него будешь тратить много времени, и за это время как раз, скорее всего, тиммейты этого самого Некрофса подвалят здесь. Хорошо, подцепили подкоп, правда, не очень хороший от Сан-Кинга, но, скорее всего, погибнет здесь Бэтрайдер, а подрубает, казалось бы, БКБ, но БКБ это ни к чему не приводит. В итоге Найтсталкер тоже здесь умирает, гем теряет, знает, где находится Некрофос. За Некрофосом должна идти погоня, его подсветили, сбили линку, ну и Некрофос, да, уже отсюда никуда не денется. Против пяти персонажей команды противника, понятное дело, что Некрофос может попробовать убить хотя бы кого-то, но и даже Шедуберна не получается забрать с собой, там на всякий случай на него еще и линку повесил Эмбер Спирит. Тут, кстати, знают о местоположении Фекенеха. Фекенех пытается забрать курицу. Курица все это палит, получает ускорение и подвяжут здесь Фантом Лансера. Да, Фантом Лансер уже никуда не уйдет. Попытается, кстати, может быть, что-то с Машей сделать. И один на один то Маша, скорее всего, здесь проиграет. Но мы понимаем, что там и Гида есть. И маны совершенно Эмбер Спирита нет. Он тут пытается что-то сделать, но вряд ли получится, потому что настоящего Фантом Лансера видно теперь. Он наполучал огромное количество урона и погиб здесь. На нижней линии тем временем падают вторые бараки. И я думаю, что теперь уже SG должны понимать, что никакой возможности камбэка в эту игру у них нету. Хотя они очень хотят. Мы видим, что Фантом Лансер выкупается, складится макропира от Джекироса. Но какой сакральный смысл? Тут даже отходить по большому счету особо не надо. Хотя Фурион просел невероятно сильно, подрубает БКБ, на развороте попытается что-то сделать. А Факенех, если умрет, то это будет конец. Получает руптуру Найтсталкер, пока подхиливается. Подняли здесь в Юл Сэндкинга, попытается его законтролить. Неплохо здесь увезли еще и Фуриона. Фурион, если погибнет, будет не очень приятно. Фурион погибает, тут же байбек от Дарка будет продолжаться. Или после находится под БКБ, пытается убить здесь хотя бы Фантом Лансера. Фантом Лансер, если погибнет после байбека, то это будет полный конец. И до конца за ним идут. Фантом Лансер здесь влетает немножко в другое место PTT, но Фантом Лансер уже умер, вся команда Сил Света, по большому счету, уже умерла. Ну и теперь это точно абсолютно good game. Что ж, 44 минуты длилась у нас первая карта. Тимтака смогли ее для себя забрать и имеют все шансы дальше продолжать свое движение по нижней сетке. Посмотрим, удастся ли им это сделать. Ну а пока уходим на небольшую рекламную музыкальную паузу, после которой будем переподключаться в драфт второй карты. Так что далеко не расходитесь, дальше будет только интереснее.